что еще там немного, да, всякой ходы. Прибыли тоже на позицию. Сказали ротации через каждые 5 дней, ничего не было. Никакой ротации, ничего, это ни воды, ни еды, ни командования. Командование первое же. Да, первое же дни, да, они просто на скилы намялся и все. Провели не должна с ней. Бессменно. Тоже там вода, 2 бутылки на 1 человек на сутки. Еду, ни воды, ни еды, БК, то, что там оставили, то и было. Вообще, чего у нас не было. То есть, сказали, что это просто все. Сидели на позициях, потом пришли, окружили нас, взяли в плен, потому что был пробел, не было уже ни личного состава, ничего уже, чего не было. Все окопы. В ступах, никто не выносит. Лежали мы уже там первую неделю. Уже, значит, уже гниют. Ну, не представьте, нас ставят. Мы там стояли, там взвод с автоматами, а нас войска посылают, бьют артиллерия. Ну что ты можешь сделать с этим автоматом? Ну да, ну что? А просто вот как мясо. Ну, действительно, ты сидишь в этом городе. Мы даже, ну вот сидишь, и мы все же. Хорошо, мы придем. Да, не могут как-то бывает, что пролетает. А так вот мы стояли 3,5 часа, вот, просто под обстрелом. Просто вот. Зашли, была лесополоса, то есть, ну, все густо. Если ты уже выходишь, то вот. И что же с этим? Ну, как? Тебя просто кидают на команду, на команду, это не старше, не знаю. Я считаю. Просто ты надеешься пропавшим, мне же заплатить там 5 миллионов рублей. Да. Он, может быть, пропавший, но не убитый, если не живой, пропавший. То есть, нету дела, как говорится, нету дела. И никакой оплаты не будет. То есть с меня ничего не получится. Да. Я не об этом не знаю, что это никто об этом не сообщает. Потому что я могу сказать, что да, все эффективно, фиксировать.